Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Бранта в народе уже окрестили кладбищем миллиардов. Расходы на его строительство неуклонно растут. Вместо запланированных ранее 2 миллиардов евро потрачено уже в несколько раз больше. О готовности аэропорта к эксплуатации пока нет и речи. Слишком много ошибок допущено в проектировании здания. Главной же причиной отказа в открытии аэропорта стали неполадки в системе противопожарной безопасности. Противопожарное оборудование установили без соответствующего разрешения. Возможно, теперь часть здания аэропорта придется снести, чтобы устранить недочеты и построить новые конструкции с учетом всех норм. По предварительным подсчетам, дальнейшее исправление ошибок обойдется немецким налогоплательщикам минимум в 1 миллиард евро. Акционерами аэропорта являются федеральные земли Берлин, Бранденбург и правительство Германии. Но когда аэропорт начнет принимать первые рейсы и оправдывать вложенные в его постройку инвестиции, пока что неизвестно никому.